Китай готовится к проведению парада в честь 70-летия победы над Японией во Второй мировой войне. В Пекине прошла репетиция торжественного мероприятия, которое состоится 3 сентября. В ней приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, 500 единиц военной техники и 200 вертолетов. Этот парад особый. Впервые за ним будут наблюдать главы иностранных государств. Кроме того, в церемонии будут участвовать ветераны войны. Движение на некоторых улицах сейчас перекрыто. Я чувствую огромную ответственность. Мне выпало почетное задание. К параду мы готовились днями и ночами. Это очень тяжело.